Юрий Юрьевич, вот смотрите, сколько шума. Вы, как народный представитель, кандидат, не поднимайте главный вопрос. У нас тут рупором становится, сколько людей останется без работы. Это самое главное. Я хочу свою мысль выразить. Это самое главное, что может быть. Значит, Юрий Юрьевич, у меня налогообложение с фонда заработной платы в месяц 273 тысячи. Пусть встанет предприниматель и расскажет, имея 5-10 машин или облигации, которые я карты называю облигациями, и пусть расскажут, сколько они платят налоги. Вот без работы никто не останется. Вот сегодня это бизнес, это социальная сфера. Социальная. Абсолютно согласен. Мнение населения в данном случае важнее, чем 200 человек. Знаете, полгорода пешком хожу.